Ну вот следующее. Это первомученик диакон Стефан. А тут я золото прикрыла бумагой, чтобы оно не бликовало, не мешало. Ну вот все то же самое. Можно еще раз посмотреть другой лик. Вот тут я начинаю красную охру. Вот я пока вот примериваюсь тут в ракурсе. Вот, я уже здесь к границе не подхожу. К границе между красным охрением и санки. Thank you.
Вот, видите, прозрачные волосы прокрашиваю, очень прозрачно. Вот сквозь график, сквозь цвет прекрасно виден рисунок на волосах. Все равно не перекрывается. На ухо заехала. Опа, о, прозрачненько. Вот еще прозрачнее. Совсем чуть-чуть. Это я прокрасила волосы просто в ожидании, когда подсохнет. Краска на веки. И сейчас усиливаю дальше первое вохрение. Вот контуры его уже более отчетливо.
вот это все первое вохрение. Ох, раскинули. А теперь охра, чистая охра. И сплавляем. Вот по такой площади, вот где блестит, это видно. Уже желтый охрит, второе вохрение. О, пятнышко. Крупинка попала. На краску.
рот кривой, буду набираю цвет, усиливаю. Не гонялась с Богом, командует дешевизм.
теперь с белилами. Это же охра с белилами. Вот третье вохрение. Слабенько-слабенько разбили на охра.
получилось грубовато. Грубовато, немножко контрастно. Белило контрастно. Поэтому я беру чистую охру, очень тоже прозрачненько. И все это сплавляю. Все это белило прикрываю почти до конца. Вот там немножко остается только где самый-самый свет. Вот еле-еле такими легкими касаниями. Вот сейчас почти все закрою. А только под движки останется такое светлое. Видно, что эта охра очень прозрачная. И набирается вот совсем прозрачная охрочка. Вот здесь контрастная такая граница. Илюша! Ну зачем ты? Охра на белом светится как золото. Очень красивая гальбейновская охра. Лучшая охра из всех, что я здесь видела. Это вот сухая гальбейновская охра. Вот тут резкий такой контраст, белое и красное. Вот я по границе кладу охру. Вот. Вот она все сплавит. Вот такая яркая. Не совсем, но почти. Почти. Получается очень цветно. Сейчас очень много цвета, богато по цвету. Я еще одну, конечно, прикрыть немножко. Рисковато. Вот это я забыла. Под бровями. Красная ухочка. Это я просто забыла. Ну-ка. Вот.
Илюш, ты гремишь, это все пишется. Ну, ты нарушил, что ли? Да, естественно, нет. Ну, подожди, уже конец скоро. Ага, вот рисунок. Усилить рисунок. Вот и движки. Thank you.
Ну и волосы теми же белыми. Делаем, что делаешь?